Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Ночной размовар». И наши гости сегодня – это Адам и Аделя. Назовем нашу передачу «Турок и девушка с армянскими корнями. История любви». Ну, между вами любовь или вы просто общаетесь? Что между нами? Любовь. Любовь. Как вам вместе вообще? Сложно. Сложно? Mm-hmm. А какое у тебя отношение или как к тебе относится вот твоя свекровь? Она этническая армянка. Вот как отношение свекрови к зятю вот? Камран, очень хорошо. Я тебе сказал бы, там у нее даже я не чувствую, что да, я турок, у нее семья армян, мама армянка, папа армянин, все нормально все вроде, да. А у тебя баджанах, то есть... А у твоей половинки, у нее есть сестра, она замужем за армянином. Как у тебя с баджанагом отношения? А мы, честно, один раз встретились, там отдых в зоне были, вместе отдыхали. Нормальный парень, он тоже никакой так тикток с армянином, что весь мир наш. Ага. Мы первых христиан, такого нет. Нормальный человек, нормальный, понимаете, все так. Вопрос к Адель. Скажите, почему Адам, вот почему он, почему турок, а не армянин? Потому что так вышло, познакомился-то со мной он. Ага, так вышло. Супер. Не совсем так. Ага. То есть у тебя, как я понимаю, патология. Отношения с красивыми девушками армянского происхождения. Я как год в этом городе. В этом городе много людей, которые живут, большинство армянин тут живут. А тут в моей жизни было много армянка. Вот в этом городе практически... Ну, если там все армяне живут, понятное дело, там будут отношения у тебя с армянками, да. Да. Тут такого нету, да, армяне... Но ты можешь сказать, что она лучшая в твоей жизни именно в этом городе? Да. По характерам, по культурам она лучше, потому что... А других армянкам только ты интересовался погулять, куда-то ходить, вечер проводить. А с ней нет, даже мы не клуб ходим, не ресторан не ходим, вот дома все готовят. Она, а что готовите? Вот какие блюда готовите? Вот. Ну, она один раз дома готовила мне котлеты готовить, макароны. Хочу, что учить ее долго готовить, генеческую долго, научи ее готовить там. А какую музыку слушаете? Всю. Я меломан. Ну, например, Джонни слушаете? Там азербайджанских исполнителей. Джонни не люблю. А кто нравится вообще? Честно? Да. А по мне вот посмотрите, как думаете, кто мне нравится? Билли Айлиш. Нет. А кто? Шабнам Толзу. ACDC. А, вы рок слушаете? А, тяжелый рок. ACDC. А какие праздники отмечаете? Вместе. Какие мы праздники отмечали? Валентин отмечали. Почему нет? А мы тогда поссорились, да. Где Валентин, мы поссорились там, да. 8 марта, и 8 марта поссорились. Адель, скажите, пожалуйста, а почему вот по Адаму девушки просто сходят с ума? Почему? Что в нем такого? А вы с чего это вообще взяли? Ну, хотя бы потому, что рядом с ним такая королева, как вы. Хотя бы поэтому. Ничего себе! Ну, почему нет? Да, такая, так получилось. Ему повезло. Сердцу просто не прикажешь. Нужно вместе. Заказал мне кофе. И все, с ума сошла. Вау. И смотря, что рядом другая армянка была. И что, я хотела сказать спасибо, но я не буду. И ушла. Она мне говорила, садись, садись. Камран, Аделя мастер татуировщик. Она тату делает. Она, а, серьезно? Супер. Тату. Да. А вы счастливы вот вместе, ребята? Вот в... О. А ты, Камран, она что сделал мне? Это турецкий символ, волк. Ага. И турецкий маски. Еще она обещала мне сделать хары-бюль-бюль. А, хары-бюль-бюль. То есть, я так понимаю, девушка с армянскими корнями сделала тебе наколку с турецкой символикой, с Османской империей, да? Это серый волк. Ага, да, то есть да. Бозгурт, так выходит. Да-да, Бозгурт и запись там в Османской империи. А почему сегодня, по-вашему, Россия немножко отходит от Армении, и Армения отходит от России? Отвечаю.
Ты отвечай. Это тебе вопрос, не мне. По-вашему, мы вдвоем сидим. Ну, по-вашему, почему? По-моему, это последняя у них политика, которая против России. Россия же создала Армению, это все мы знаем. И сейчас они против Еревана, там флаг России разжигают, против России выходить. Там. Почему Россия Карабахской войне не помогала нам? Они в этом принципе живут. А почему должна Россия помогать, если президент России Владимир Путин признает Карабах Азербайджанской частью? Почему они должны после этого помогать? Вот это логика армянская, не понимаю. Они думают, что всегда кто-то должен за них воевать, кто-то за них что-то делает там. Ну, слава богу, что вот тут, когда живут армяне, они так не думают. Зенгизурский коридор будет, по-вашему? Кемран, другого варианта нету. Это для выгоды Армении, для выгоды Азербайджана или выгод соседней республики, это откроется. Что это есть откроется. В Аделе, чего нет в других девушках? Я говорю, да, Кемран, тут я говорю, как приехал сюда, я в этом городе, я год тут, да. Тут, я тебе честно скажу, вот, Аделя, не обижайся, армянская девушка очень любит нас. Турецкая, азербайджанская, мужиком, они очень любят. Но это откровенно, все тут знает. Там. Несмотря этого, там, они любили, ну, одна вещь, одна ночь проводить, клуб ходить, пить, потанцевать. То есть недолгие отношения, скажем так, да? Да, они любят, да. Ну, кто-то их не замужем, кого-то из них парни есть там. Ну, просто выходит замуж встречают. некоторые просто встречаются. Да. В отделе жизни это, во-первых, мужчина я, и она со мной. Она говорит, как наша девушка, да, одевает, как я хочу, не выходи туда, не ходи сюда, не это не делала, без меня никуда не ходить, никакого клуба, никакого ресторана. Дома сиди, и все, готовься, это сделала, все. Супер. И, да, для меня что необходимо, она все делает. А что есть в нем, Адели, чего нет других? Даже не знаю. Интересный вопрос такой. Ну, скажу, что камера свой. А втроем сидим, никого нету. Да. Ну что же все-таки в нем есть, чего нет других? Наверное, что-то зацепило. Характер. Мужской характер. Его сейчас мало в ком встретишь, в ком найдешь. Какова То есть, если... Да-да-да. Если... Если кто-то говорит, то он это делает всегда. Вот. Ну и Адам хорошо ухаживает, красиво. Да, это, наверное. То есть это Адам да. Человек слова, обещает, делает. Да, да. Сейчас это действительно мало найдешь. Сейчас, наверное, ну я же работаю с людьми, и каждая вторая приходит, ой, мне пообещали, то-то, там золотые горы, в итоге ну, такое. Адам мне не обещает. Он если говорит, то по факту сказал, сделал. Вот. Ну, есть в нем, знаете, такое вот что-то, какая-то вот такая вот, как это сказать? Изюминка, восточная. Что-то такое горько-соленое, от которого просто хочется, я не знаю, сахаром его посыпать за это. В плане характера имею в виду, такой взрывной характер. Какая разница в возрасте у вас? Да небольшая. Ну, вдвое. Два раза, да. Два раза чуть я старше, больше, чуть два раза больше. То есть на 25 лет старше, а не скажешь. Ну да, почти 25. Он моложе выглядит или я старше? Выглядите ровесниками. Это кому комплимент? А какие у вас планы на будущее? Пока жизнь покажет, пока я тут работаю, у нас дела тут. Ну, как закончить наш проект, вот потом дальше, не знаю, посмотрим, как будет. На твое поведение. Вопрос к Аделе, да. Аделе, а вы чем считаете Карабах? С кем? Я вам отвечала на этот вопрос как-то. Для меня политика, если честно, отстраненная тема. Я туда не суюсь, хоть и работаю, да, с людьми. Мне это не так важно, не так интересно. То есть я рассматриваю человека, а не его национальность, не политику страны. Ребят, 2024 год. Ваши пожелания. Вот молодой пары. Как бы передачу я вообще планирую назвать «Турок и армянка. История любви». Ваши пожелания. Желаю, чтобы всем мира была мир. Это твои слова, ты всегда это говоришь. Желаю,
Хочу, чтобы армяне, азербайджан, соседи жили мирно. Другим народам тоже желаю, чтобы всем было мир. Любовь любить надо. Вот как я тут делаю. Все армянки меня любят, я их люблю. И хочу, чтобы все так любили друг друга. Она у тебя очень ревнивая. Ваши пожелания, Аделя? Понимание в мире. Наверное, так. Коротко, но ясно. Чтобы все друг друга понимали. Да? Да. А если Адам сделает вам предложение, выйдите за него? Смотря как себя вести будет. Стоит оно того? Он еще сам не знает, оно того стоит или нет. Дорогие друзья, да? Перед нами обычный пример того, как люди разных религий и национальностей могут находить общий язык, могут жить в понимании, в добре, могут не сеять ненависть, а сеять добро. Скажите, пожалуйста, Адам, а вот ваше прошлое и ваше настоящее, как-то они переплетаются? Вот ваше прошлое, когда вам было 20 лет, 25 лет, и сегодня, да, когда вам слегка за 40? Нет, Камера, конечно, человек, люди меняются, я тоже немножко по-взрослому считаю за себе. Я сейчас после работы хочу домой уходить, там кто-то встречает меня дома, кто-то ждет меня дома. Хочу возвращаться домой, да не как раз, что сегодня какой клуб пойдем, какой бар пойдем. Хочу же возвращаться домой, прихожу домой, сижу, время проводим. Камера, для тебя это интересно, Валена, один раз зашел в магазин, продуктовый магазин, там пахлава продают. Ага. Азербайджанский пахлава. Я продавцам говорю, что дайте один попробую. Uh-huh. Пробовал, говорит, нет, да не вкусный. Она говорит, что хочешь, я тебе вкусную сделаю. Я говорю, ну, сделаю там. 3500, мы с сыном договорились там, ушел я. Через два дня она мне позвонит, готова, проходи. Я прихожу, она мне говорит, что ну, это не турецкая пахлава, я для тебя готовлю азербайджанский пахлава. Uh-huh. Я говорю, а вот имя зовут Эсмира ее. Uh-huh. Говорю, а вы азербайджанка? Она говорит, нет, я армянка из Хачмаза. Она готовит для меня там пахлава азербайджанский. И очень вкусно было, да, вот не как другие армяне готовят там. Очень вкусно было. Вот тут такие люди, вот тут есть армяне, которые из Хачмаза много тут. Из Хачмаза тут много. Армяне из Хачмаза. Да, да, тут очень много армяне из Хачмаза. Вот квартира, которую я снимаю, тоже хозяин из Хачмаза там. То есть ты у армянина снимаешь квартиру? Да, да, армянина снимаю. Ага. Потому что тут все армянские, да, Камран, клуб, ресторан, бары, квартира, все, да, только армянин. Другой. Русский находить в этом городе очень сложно. Ага, несмотря на то, что это Россия. Несмотря на то, что да, это Россия, да. Тут все так, армяне. Аделя, а вас не пугает разница в возрасте 25 лет? Вот когда вам будет 40, ему будет 65. Ну, придется подносить ему все, с палочкой помогать ходить, не знаю, за ручку держать. Ну, с пятого этажа придется съехать, конечно, на этаж пониже. Камран, когда она хотела мне познакомить с своим родителем, она попросила несколько, Адам, если тебе спрашивают, скажи 35 тебе. Ее папа, спрашиваю, папа, там, сколько тебе лет? А он говорит, что 46. Говорит, ну, почти мы ровесники там. И вдруг за столом все друг друга смотрят. Как ровесники, что если у нее было 35 там? Вот. То есть ты мама проговорился, ее... проговорился. Проговорился. А вот мама не была против, вот, не говорила, доченька, почему не Гурген, не Ашот, а турок еще и на 25 лет старше? А на самом деле так вышло, что я с армянами-то и не общаюсь, кроме своих родственников. Почему? Вот, поэтому насчет того, что Адам турок, им все равно, главное, чтобы человек был хороший. Вот, но с этим более-менее повезло. А насчет разницы в возрасте, ну, бабушка отреагировала интересно. Вот, но мама спокойно. Мама сказала, что, ну, главное, чтобы все было у вас хорошо. Ее бабушка ее учила, что это весь мир армянский, Бог это тоже армянин, Иисус Христос тоже армянин. Там. А бабушка в шоке не была, что зять, будущий зять, вот, турок? Ну, она так. Она больше из-за разницы в возрасте. А то есть их больше беспокоит разница в возрасте. Ну, говорят, любви все возрасты покорны. Александр Сергеевич Пушкин об этом говорил. Он тогда не знал, правда, что в России будет жить столько армян.
не рассчитывал как-то, да? А скажите, вот по-вашему, что сегодня больше объединяет именно вот такие вот отношения, как у вас? Вот что вас, не только вас лично, но и вот других людей объединяет? Вот когда армяне встречаются с азербайджанцами, армянки с азербайджанцами, вот что объединяет вот всех вас? Так я не встречалась ни с кем. Ну, спрашивай вообще мнение, как? Да, ну, черт его знает на самом деле, что объединяет. Люди, понимаете, вот вы расцениваете людей с точки зрения национальности, а нужно расценивать с точки зрения духовности, с точки зрения наполненности и зрелости. Вот. Поэтому... То есть Адам первый мужчина в вашей жизни, первый молодой человек, с кем вы встречаетесь? Конечно, первый мужчина. Супер. И лучший, mm-hmm. наверное, да? Особенно, когда не с кем сравнивать. Mm-hmm. А что вас бесит в нем, честно? Ну, признайтесь. У нас такой сегодня эфир, посвященный семейным ценностям. На пальцев не хватит сказать. Придется на ногах тоже загибать. Нет, придется. Да? А что покраснел? Стыдно стало. Адам, а тебе не говорили, ладно, с ней мы разобрались, поняли, что там как бы не... А тебе не говорили твои соотечественники, вот почему ты не нашел человека, ну, своей национальности, ну, почему именно вот девушка с армянскими корнями? Камра, это судьба, я думаю. Во-первых, я говорю, сколько времени уже, а им в жизни очень много армянка, да вот. Почему-то я их нравлюсь, не знаю. А вот даже иногда не хочется, да, думаю, что пойду русским познакомить, или азербайджанкам, или турчанкам. Там. Даже вот Турция, когда вот, туризмом я занимаюсь, там, если там 100 девушек приходит в ресторан, там одна армянка, она со мной знакомится. Как будто что у меня есть, тянет. Восточная кровь, может быть, в тебе как какой-то ген, я не знаю, может, какой-то код у тебя, пазл сходится. Вот да я говорю, что как если еще другой армянка со мной, она сидит одна, она пришла, отобрала мне вот эту армянку. Вот что-то есть там, что они любят мне так. Благодарю Адама, турка этнического, и благодарю Аделю, девушку с армянскими корнями, за то, что вы нашли общий язык и являетесь сегодня примером для многих, что такое любовь, чувства и отношения. Благодарю вас. Большое спасибо, Камран. До свидания. Дорогие друзья, гостями передачи «Ночной размовар» был Адам, этнический турок, и Адель, этническая армянка. Спасибо, до новых встреч.